Меня зовут Екатерина Богданова, мне 38 лет, и я волонтер благотворительной группы помощи «Добрые сердца», город Владимир. У нас есть порядка 20 постоянных подопечных семей, это совершенно разные семьи. Это семьи с особыми детками, это семьи малоимущие, это многодетные семьи, семьи, как попавшие в трудную жизненную ситуацию. Но также мы оказываем и разовую помощь, когда к нам обращаются, мы проводим конкретные сборы в конкретной ситуации, праздники какие-то благотворительные. Наверное, это идет изнутри. Есть желание помогать, есть желание сделать что-то больше. Поэтому есть. Мы волонтеры. Началось все около 10 лет назад, когда мой старший сын вырос из своих вещей, мы решили их отдать кому-то, кому они пригодятся. И тогда мы стали собирать вещи по друзьям, знакомым, уже на разные возраста. А самое последнее мероприятие – это было катание наших подопечных деток на аляскинских маламутах в загородном парке. Это было в конце января. Прекрасное мероприятие, веселье, позитивное очень. Эмоции, они их переживают снова и снова, и для них это очень важно, что они тоже могут сказать, что они где-то были, что их сводили куда-то, куда водят других детей. У нас есть подопечный мальчик, у него очень серьезная форма заболевания, он очень слабо реагирует на внешний мир. И когда его подвели к собакам, и он улыбнулся, попытался ее погладить, вот это было просто вообще замечательно, потому что для него это была эмоция, которую очень-очень редко увидишь у этого ребенка. Для нас это был подарок. А на самом деле, работая в группе, я еще раз убеждаюсь, что у нас в городе и у нас в стране очень-очень много хороших, добрых людей. Причем это не зависит от материального благополучия. В этом году мы получили самую высокую свою награду. В 2017 году мы стали лучшей благотворительной некоммерческой организацией города Владимира 2017 года. Мы стараемся откликаться на все просьбы помощи, потому что если человек к нам обращается, значит, он нуждается в помощи. А кто, если не мы?